Какое отношение с той стороны к медицинским машинам? Ну, мы на медицинской технике специально удаляем кресты, потому что это первоначальная цель. Сначала отрабатывают по крестам, а потом отрабатывают по основной колонне. То есть, чтобы никто помощь оказать уже не смог раненым и потерпевшим. Какое фашистское отношение тут? Я думаю, да, фашистское отношение, хотя все говорят, что кресты – это приоритет, и по ним работать нельзя. Но с той стороны другое отношение к этому делу. Расскажите в двух словах о машине. Что это за автомобиль? Это какая-то переделка под спасательную капсулу, да? Ну, основная база – это бронеавтомобиль «Торнадо» на базе «Урала». Ну вот, приспособили капсулу для вывоза раненых с поля боя. Все рубежа. Сами сделали. Ну, как-то так. По-другому никак, по-другому не получается. Ни один стационарный медицинский автомобиль там не пройдет. Здесь хоть какая-то защита есть.